Приехали до подписчика за форелью. Малька форельки сейчас купим немного. Тестю. Еще одному мужичку. Вот такой малечек. А сколько здесь штук сейчас? 1002. Рекламу будем давать? Все, уже не продает, уже не продается. Возрождение, другие, конечно. Так, а грамм сколько тут, от скольки? Грамм от 25-30? А что-то по ним не скажешь так, или то, что... Ну, я вот поймал эти фотографии. О! Активные. В общем, всем привет! Привезли мы тестю еще малька форельки у подписчика, у Евгения купили. Вот тут тесть еще загородил все тут сеткой, чтобы солнце меньше попадало, чтобы вода меньше грелась, цела меньше. В общем, пока сейчас сюда посадим, в маленький этот подрастим, потом пересадим. Ну, навеска они где-то средние, наверное, грамм 10. Где-то 10 грамм. В общем, потом перевесим, посмотрим. Покормим, пока здесь подержим чуть-чуть. Тех, может, потом выловим. А этих в основной, в большой туда. Вот так вот. Ну давай. Ложи, ложи в этот ящик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять. И здесь сколько? И здесь 5, 10. Ну пускай. Вот такие махонькие рыбешки. Раз, один, два, три, четыре. И здесь сколько? Три. Три. Семь. 17, да? Ага. Сам считай, я подсниму чуть. 70. Семьдесят один. 72. 73. И 3. И 3. 76. 76. Шесть и 5. 81. 384. Один коллега, смотри, кривой. А я его, наверное, сейчас придавил. Не-не-не. Такой и есть, кривой один. 84 и 3. И 3. 84, 3, 87. Ну, подожди, дай его сюда. Ты кто такой? Подожди, подними, подними, подними. А что ты хочешь? Я его хочу посмотреть. Он точно калека? Да калека, да. Ну, сейчас я его принаю. Да не-не-не, это такое есть. Ладно. Бывает у них такое. Сколько я сказал? 87? По-моему, да. 94, 95. 95.
97-98. 98. Там кто-то еще есть. 98. 99. Ну, и еще одна должна быть. Не знаю. Все, рыбу привезли, закинули, пересчитали 98 штук и одна калека. Вот уже часа полтора времени прошло и уже кушают. Активненькие. Разбились на две группировочки. Одна тут стоит, другая там. Ну, уже кушают. Ну, в общем, как-то так. Пусть сидят, растут. Потом еще снимем перевеску. Все, всем пока.